Друзья, всем привет! Вот получил такую, ну это не посылка, а заказное письмо с именами острого перца на следующий год. Ну я буду пробовать в этом году прорастить там 4 вида, 4 сорта или вида. Вид острый это перец. 4 сорта перца. Вот такая вот. Вот такое вот, то есть письмо. Это канал Жгучий Жгуч на Ютубе. Если хотите, кому интересно, они там перец выращивают, соусы делают. Это как замачивать, проращивать. Вот такой вот у них логотип. Они на Ютубе есть, потом где? ВКонтакте, по-моему, еще есть. Да, ё-моё, что такое? Ну, такого раньше не было. Я у них уже какой третий год заказываю. И плюс они еще интересно делают каждый год. Снимают свой урожайный перец. Самый урожайный. И рассылают его на тестирование всем. Прикольная картинка, так интересно. Так. Самое главное здесь. Хабанера, которая я в этом году выращивал, он у меня загнулся. Будет вот такой вот Тринидад Скорпион. Желтый. И что хорошо, у них количество семян именно 10 штук всегда. То есть у других продавцов есть по 5 семян, а у них всегда по 10. Это очень хорошо. Хабанера Голд вот у меня в этом году я сколько, 10 штук посадил. Мороз их в мае прибил. Два выжило, и, короче, два в итоге эти и загнулись. Так, я заказывал 4. Какой-то из них подарок. Хабанера. Гиант какой-то. Тринидад Хорнет. И Хабанера Рецавина. О. А какой же из них подарок, я не знаю. Ну, это я уже потом погляжу по заказу. Что я заказывал, то и... Вот такие вот дела. Так, ну и надо будет все их 5 достать, подписать, замочить и попробовать прорастить. Может, что-нибудь к Новому году вырастет. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, всем лайки, всем комментарии, всем пока-пока. Такое небольшое видео.